Всем добрый день, с вами снова Марат Шафигулин. И сегодня мы будем готовить второе блюдо нашей антираковой диеты. Это салат из грейпфрута, авокадо и грецкого ореха. Мы также туда добавим с вами лимонный сок. И сейчас я расскажу вам о полезных свойствах этого салата, то есть какие продукты, как они влияют на наш организм. Вот всем известно, что авокадо обладает массой полезных свойств. Но мы редко с вами задумываемся о том, что авокадо также обладает антираковым эффектом. В чем заключается его антираковый эффект? Так вот, этот заморский плод перекрывает циркуляцию крови в районе опухоли, запуская уничтожение образований. Поэтому в целях профилактики фрукт нужно кушать ежедневно для нейтрализации свободных радикалов. Грейпфрут снижает сахар в крови, улучшает обмен веществ, расщепляет и выводит холестерин. Поэтому для нормализации уровня холестерина в крови нужно ежедневно стараться делать этот салат, который я сегодня с вами вместе приготовлю. Мы также туда добавим козий сыр, и козий сыр тоже является антираковым продуктом. Он помогает ускорить процесс метаболизма, сжигает жировые клетки, помогает решить проблему мочеполовой системы, укрепляет иммунитет и снижает болевые ощущения при менструации. Поэтому, если у вас есть перечисленные проблемы, непременно используйте козий сыр в вашей антираковой диете. Грецкий орех тоже обладает массой полезных свойств. Он снабжает организм солями кобальта и железа. Вещества, которые входят в состав ядер, существенно уменьшают риск метаболического синдрома. Также эксперты утверждают, что орех приносит неоценимую пользу сердечникам, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Лимонный сок, я уже говорил вам об этом, лимон является источником витамина С, является самым главным продуктом в укреплении иммунной системы. Поэтому если вы не добавляете какие-то пищевые добавки, которые содержат витамин С, то непременно нужно использовать лимон, лимонный сок для того, чтобы укреплять иммунитет и еще более эффективно бороться с раковыми заболеваниями. А сейчас я покажу вам, как готовить этот салат.